Заморозки в четырех регионах страны прогнозируют синоптики. Пик похолодания придется на сегодня и завтра, 12 мая. Особенно холод будет ощутим ночью. По данным Казгидромета, в Павлодарской области термометры могут показывать до 3 градусов мороза. Похожая ситуация ожидается в Кустанайской, Североказахстанской и Акмолинской областях. В последней, ко всему прочему, добавится и порывистый ветер до 23 метров в секунду.